строительства. С 2004 года работаю на данном предприятии. Еще с самого начала, когда предприятие создавалось, будучи студентом, проводил там практику. Начинал с дорожного рабочего третьего разряда. Пришел на предприятие мастером, потом стал начальником участка, прорабом. Потом стал главным инженером. На сегодняшний день являюсь исполняющим обязанности директора. В 2014 году провел, встреча была с одним знакомым товарищем, мы провели довольно-таки конструктивную беседу. С 2015 года предприятие начало выполнять работы на территории морского транспортного порта. Кстати, заказчиком является американская компания зерновая, как говорил до этого коллега. Предприятие получило полностью совсем другой оборот, благодаря тому, что есть заказ от морского транспортного блока, то есть конкретно от Индурекс. Предприятие, которое является десятки крупнейших трейдеров зерновых. На следующий год у нас опять заключились договора, мы планируем продолжать более детально развивать свое предприятие, развивать это направление. То есть, по сути, что могу сказать по предприятию? На сегодняшний день предприятие выполняет такой ряд работ, как санитарная очистка города, ликвидация стихийных свалов, демонтаж. То же самое, что сказал молодой человек, то есть это направление. По технике, согласен, на сегодняшний день есть малая механизация, которая выполняет очистку тротуаров от снега. И неоднократно предприятие доказывало и подставляло плечо городу во время снегопада. Работаем в две смены. То есть на сегодняшний день предприятие готово подставить плечо и выполнять данный вид направления. Видимость моего развития дальнейшего предприятия, это поднятие заработной платы. Первое, что на сегодняшний день заработная плата составляет от 4,5 до 7 тысяч гривен, это у работников. Все зависит от того, где они конкретно проводят работу.